И снова здравствуйте, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Для тех, кто первый раз зашел на мой канал, время в нашем городе Московское. Свои видео я выкладываю в 8 часов утра по московскому времени. Итак, давайте вместе посмотрим с вами вот сегодняшнюю подборочку. Мастер у нас будет из Дагестана. Кто не знает, это Зумруд Гаджиамаровна, женщина. И вот такие вещи замечательные она и делает. Так, сказочные просто драконы у нас к году дракона. Это Шерл, 9,8 грамм. Вес одной серьги, стоимость серег 6800 рублей. Ажурные, женственные и в то же время очень яркие серьги. Смотрите, занижение штифта 5 миллиметров. Вставочка у нас аквамарин, шикарнейший аквамарин. Вот такие очень необычные сережечки. 5,2 грамма, стоимость 7500 рублей. Так, не показала длину серьги. Смотрите, здесь длина серьги 3,5 сантиметра. Первые серьги получаются длиной... Сейчас, минуточку, 4,5... Так, 4,7, вот так, сантиметра. Далее еще у нас драконы. Смотрите, какое качество камней. Турмалин рубелит высочайшего качества, Забайкалье. Перед ними аквамарин был тоже забайкальский. И вот такие шикарные камни. Вот бомба. А на просвет, смотрите, как смотрятся драконы на просвет. Швензы на любой прокол и на любую мочку. Занижение штифта есть. Длина серьги 3,5 сантиметра. Вот так. И стоимость этих сережечек 9800 рублей. Еще аквамарины. И еще драконы. Это к году дракона. Наша замечательная мастерица вот такие выдала нам с вами сюрпризы. Занижение штифта есть на любой прокол и на любую мочку. 5,1 грамма, стоимость 6500 рублей. Эта сказка называется «Трансформеры». Трансформеры – это гранат, альмандин в ограночке. И вот такая замечательная швенза. Смотрите, и занижение штифта, и высокая прижимная лапка. И еще форма такая, что ничего вываливаться из ушка не будет. Трансформеры. Можно снять вот эту красоту. Смотрите, смотрите, какая иризация идет. Вот. И, ну, скажем, на каждый день вот такие сережечки можно будет носить. Хотя, вот как по мне, так шикарные серьги. Шикарные получились и в пир, и в мир, и камни изумительные. Это тоже, смотрите, сейчас покажу вторую серьгу покажу. Смотрите, вот так. Смотрите, будет подвесная часть будет шевелиться и будет вот таким образом играть. Сказка.
Так, 6,6 грамма вес одной серьги. Стоимость сережечек 10 000 рублей. Ой, ох, ох и ах, и вот такая фантастика. Те же самые очень женственные швензы на любой прокол и на любую мочку. Смотрите, какие камни. Камни с фантомами и вот с такими искорками. Вот они, вот красота. Красота из красот. Собственно говоря, вот так выглядят камни вживую. Серьги, конечно, бомбические. Сижу, любуюсь. 8,9 грамма. Стоимость, это вес одной серьги будет. Стоимость 14 800 рублей. Вот такая фантастика. Смотрите, смотрите, какая красота. Это турмалинные арбузники, так называемые. Это когда, вот смотрите, так ручечку возьму. Вот в серединочке у нас дровит, а вот по краешку, вот он, рубелит. Красота. Из красот. Занижение штифта есть на любой прокол и на любую мочку. И высокая прижимная лапка, вот она не даст вывалиться из ушка. Смотрите, и по поверхности еще и разноцветные искорки. Вот так будет на просвет. Вес одной серьги. 11 грамм. Стоимость серег 20 000 рублей. Красота из красот. Бедная камера не знает, что ей показывать. Это турмалин полихромник. Вот смотрите. Это шерл. По краешку идет дровит. Розовый с искорками идет рубелит. Еще и кусочек ахроита есть. Вот такая у нас с вами красота. И по краешку и с этой, и на одной, на другой сережечке еще и искорки золотые идут. Вот. Вот такая красота. Бедная камера. Так, смотрите, швенза с занижением штифта есть. И высокая прижимная лапка тоже есть. Длина серьги 5,5 сантиметра. Вес одной серьги 8,2 грамма. Стоимость серег 14 000 рублей. Так, ну и вот такая фантастическая бирюза Монголия у нас с вами. Длина серьги. Длина серьги 5 сантиметров. Вот так, с обратной стороны. Имеются включения перита и кварца. Бирюза натуральная, поэтому вот, вот такие у нас включения. Вес одной серьги 10,1 грамма. Стоимость 10 100 рублей. Также хочу показать вот такие подвесы. Давайте, наверное, по порядочку. Красота из красот. Вес этого шикарнейшего подвеса 19 грамм. Азурит коллекционный.
Стоимость 8000 рублей. Гривна есть гладкая, а есть рифленая. Значит, 4500 рублей. Размер гривны 46+6. Сказочный турмалин. Великолепнейший. И вот такая у нас совушка-сова на гладкой гривне. Совушка. Стоимость совы 7000 рублей. Вес, ну, давайте в индивидуальных сообщениях. Ну, что-то не записала. Еще один азурит коллекционный. Вот такая сказка. 19,56 грамма. Смотрите, камни не на подложке. Камни живые. Стоимость 8500 рублей. Гривна 4500. Любая. Это рифленая. И есть у меня две гладкие. Все, пожалуйста. Ну что, на этом все. Всего вам самого-самого доброго. Будьте здоровы. С вами была Татьяна.